Как удалить зеленые брови или зеленую татуировку? Зеленый цвет – это один из самых сложно удаляемых пигментов, какие есть вообще в татуировке и в татуаже. Это цвет, который очень сложно удаляем. Есть производители лазеров, очень дорогостоящих, и они заявляют, что их лазер удаляет зеленый цвет. Мы столкнулись на своей практике, к нам приходили клиенты, после нескольких процедур удаления, действительно, девушка потратила 60 тысяч рублей на удаление, но она пришла к зелеными бровями, то есть эта зелень не ушла. Мы начали делать процедуру ревайвинг, и буквально уже через 2 недели пигмент начал уходить, и она это сама заметила. За 2 раза мы убрали зеленые брови, и эта разница по деньгам была 3700 против 60. Это только вот опыт и пример. У меня было такое открытие, да, что все-таки для зеленых бровей лучше удалять ревайвингом, не ремувером. Ремуверы в основном на кислотной основе, я говорила уже в прошлых видео об этой методике, они зачастую травмоопасны, и у них есть большой риск получить минус ткань за счет того, что кислота, она будет разрезать краску вместе с кожей, к сожалению. Поэтому я всем советую именно по зеленому татуажу удалять именно процедуру ревайвинг. У нас в студии в Москве и в Новосибирске эта процедура есть. Она безопасна, она без корочек, она без крови. Максимум 4-5 дней нельзя будет пользоваться косметикой. И потом вы ведете обычный образ жизни, и пигмент потихонечку будет сходить. И это будет мягко, щадяще и деликатно. И даже с глаз можно ревайвингом удалять зеленые разные стрелки, эффекты теней. И это все под силу в этой процедуре. Именно поэтому мы выбираем безопасные техники, которые можно обновлять смело каждые 2-3 года. Это не приведет к рубцеванию. Эту процедуру вы можете сделать хоть каждые 2-3 года раз 10. То есть в 20-30 лет спокойно будете обновлять. И наш интерес, чтобы вы к нам приходили на процедуру реже. Чем реже, тем ваша кожа будет качественнее и лучше. Поэтому мы выбираем стабильные пигменты, которые не мигрируют в оттенки. Поэтому мы выбираем техники, да, которые дают именно возможность безопасной работы. Если ваш татуаж, увы, вы сделали, и он мигрировал в нежелательный оттенок, посмотрите видео, где я рассказывала про удаление, какие методы удаления есть. И, конечно, важно отметить, что опыт мастеров Еселевич студии, мой опыт работы с женскими лицами, а их было более 20 тысяч за эти 8 лет, и мы много удаляли, исправляли, перекрывали работы, мы сами меняли техники. И сейчас этот опыт позволяет дать нам гарантии того, что цвет вашего татуажа, если вы сделаете его в Еселевич студии, не изменится в неблагополучный оттенок. Если он изменится, то мы вам даже через год, если у вас он уйдет в красный или там или в зеленый, мы вам вернем деньги за вашу процедуру. Пишите, обязательно все ответим, и наши специалисты, если вы в Москве и в Новосибирске, обязательно вам в этом помогут. И спасибо вам за доверие. Девчонки, если это видео стало вам полезно, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал, где мы продолжим просвещать вас о темах бьюти-индустрии, о качественных процедурах, как сохранить свою молодость, индивидуальность и как сделать все же правильный выбор, чтобы потом не пришлось ничего удалять и чтобы вы потом не жалели о сделанном выборе. Всем спасибо за обратную связь, следите за следующими выпусками. С вами я, Наталья Еселевич. Всем красоты, натуральных, стильных, красивых бровей. А главное, запомните, о том, что у вас есть татуаж, должны знать только вы, ну и ваш мастер. Все, всем до встречи, всем пока, следите за нашими выпусками. Пока!